19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября. Ключевые события состоятся в Олимпийском парке Сочи. Впервые в своей истории основные события молодежного фестиваля будут проходить не в столице государства, и в то же время в грандиозном празднике будет задействована вся страна. Фестиваль займет все пространство Сочинского Олимпийского парка и объединит более 30 тысяч людей из более чем 150 стран. В Ледовом дворце Большой состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия. На Олимпийской площади Медалс Плаза пройдут важные мероприятия культурной программы, будут установлены арт-объекты и расположены зоны отдыха. Главный медиа-центр отведен под научно-образовательную дискуссионную программу и молодежный экспоцентр. Перед участниками выступит более 700 спикеров. Здесь же разместятся некоторые площадки культурной программы, кинофестивали, арт и фотовыставки. Адлер-арена станет домом для участников мирового молодежного симфонического оркестра. Тут пройдут репетиции первого в своем роде музыкального коллектива, который в итоге даст симфонический концерт для участников и гостей фестиваля. Ледяной куб станет танцевальной академией, новым театром, полем для мини-футбола. Скейт-парк и трасса Формулы-1 вместят спортивные игровые форматы. Центр фигурного катания Волосожар и Транькова и другие объекты Олимпийского парка также примут гостей со всей планеты.